Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я хочу вас поприветствовать на Naked Play, и мы продолжим играть в нашу прекрасную игру Steel Rising с нашей куколкой, которая вам, наверное, понравится. И давайте пойдем по заданию найти Мирабо. Как раз. Души. Так, что здесь у нас еще есть? Бочонки, бочоночки. Хитро, хитро. Там лазишь в одиночку. И сюда. Кажется, здесь маленькая есть подстава. Но нет. И так нормально пойдет. И так сойдет. Так, сопротивление молнии. Сопротивление молнии. Ну, в основном сейчас нам нужно насчет огня больше всего. Два пузырька. Так. Молнии у нас есть? Нету. Надо посмотреть по инвентарю. Кстати, использовать. Подтверждаем. Вот это все тоже. Разрывные, молнии, выносливость. О! Давайте поменяем жетоны. Как же игра прекрасна. Решил по электричеству удариться, нифига себе. Противники. Сад Тюильри. Ну ладно. Красивые места. Для красивых побед. О-о-о-о. Угу. Потихонечку такая наэлектризация, да? За мной будет удар. Надо будет здесь сюда поставить. Так, сопротивление не молнии. Так, это сюда. Как сопротивление огню, так и молнии. Вот наша любимая
Надо выносливость увеличивать. Перегрев, не знаю, что делать. Так, аккуратненько идем. Да что ж ты будешь делать? Смотри, все на электричество перешли. Более надежное и лучшее оружие получается. Не воспользоваться стелсом. Ну что? Как там говорил Серега, мага? Так, уважаемый человек, здесь умер. Видно, можно было по-разному, да, пойти. Но мы пошли по-хитрому. И зашли с тыла. Здесь ничего, никого нету. Пузырек с обычным маслом. Как раз откроем сокращение. Нет, не закроем. Вот это да, да? Ну, красиво, как выглядит это все. Ну, ничего, остановимся. Так, масленки есть. Так, а там... Ой, опять эти... Набалдажники. Иди ко мне. Ха-ха-ха.
Блин, моя... Моя ошибка. Получил клюху. Есть, который можно было открыть здесь вот. Здесь мы видели. Какой-то. Ага. Я люблю. Все как люблю. Ой. Подождите. Все, умер. Застрял. Вот это вот проблема в игре этой. Что здесь можно застрять. Зачем я бутыльки эти брал? На электролизацию уменьшение. Ключ от модуля. Ну, посмотри, что там. Проведение молнии. Квартал дом миссио Мирабо стоит на возвышенности. Там он. Посмотрим сейчас. Так, использовали, смогли модули у нас. Жидкость. Что у нас по модулям? Усиление брони, да. Ага. Сейчас к электричеству надо вообще. Сопротивление. Вот сопротивление молнии. Огню. А за место огня молния. Долговечности. Три модуля, да? У нас какие-то есть информации? Садовник, вот он, новый. Садовник, невероятно острыми тройными лезвиями садовник наносит целенаправленные удары по жизненно важным частям тела. Его самая смертоносная атака – вертикальный удар снизу. Кроме того, садовые ножницы в его правой руке могут выпускать разрушительные алхимические заряды. Так, ну сейчас разберемся тогда. Улучшение.
7900 у нас по... Так, бронзовый брусок висмута. А есть брусок висмута в продаже? Вот сейчас идут, получается, когти Франклина продаются. Материала нету. Мы не можем купить. Гефеста. Вера Хавриды. Одежда. Ее можем продать, но не вижу смысла. Не вижу смысла, друзья, продавать наши прекрасные. Снаряжение. Так, что, улучшение? Нам надо больше выносливости. Энергии. Энергии нам нужно больше. 2250. Нормально. Выносливость сделали. Выносливость, скорость. Расчет на это. Вон там какой-то лунный рыцарь. Со щитом. Здесь дверцы. А, там с огнем. Паренек. Можем из-под тяжка. Да. Ну, значит, у тебя есть что-то информация про тебя. Гоплит. Главное преимущество гоплита не гопье, а щит, который он использует как укрытие. А как опасное ударное орудие, он менее проворен, чем остальные автоматоны стражи. Поэтому старается не вступать в рукопашный бой. После каждой успешной отраженной атаки гоплит наносит мощный ответный удар. Угу. Запрыгнуть можно. Нет, зачем вы нападаете на слабую женщину? Я так всегда предан королю, да бог тому свидетель. И сделаю все, что вы скажете. Я не причиню вам вреда. Мой единственный враг — королевские автоматоны. Боже, вас послали нам небеса. Расслабился. Тоже мне. Так, что здесь у нас? Там наверх. Здесь что-то есть. Подожди-ка. Где? Опасно здесь прыгать. Угу. Шкафчики. Сверху собаки.
Дамаг не хочу получить. От падения. Везде куча-куча капусты. Так не разрушишь, ничего не получится. Гоплитов дофига здесь, смотрите. Кошаки у нас легкие, они беспроблемные такие. И там ходит стражник. Заблокирован. Сокращенница. Ага, там стрелок. Опа. Колотушкин. Сидит. С головой. Голову свою накинул. Можно и здесь пойти, да? О, какие красивые зеленые у нас насаждения. А это можно вернуться, да? Быстренько ориентироваться. После щита мощная атака проводит. До этого не будет. Ну, конечно, по сравнению с тем, этот менее такой
по активности, по сражению. Ну, тоже не из простых солдат, я бы сказал. Увидел, да? Такой. Вот почему не прерывается? Вот как вот ты задел, а? Спрашивается, как бы. Да, точно, я же забыл о тебе, о юном. Ну-ка, подожди, воспользуюсь им багом. Чуть-чуть подмерзли. Так, это мы заберем. Нет, нельзя оставить. Сопротивление льду. Так, электричество, да? А у нас мы модули вообще не трогали. Так, все, у нас сопротивление льду есть, огню и электричеству на данный момент. Ой, здесь два стрелка. Так, тогда надо как действовать? Пока что пробоем. Блин, задело. Спасибо.
На нее так, спасибо. Так, у нас пузырьки остались. И вот эти вот. Ой-ой-ой. Что ты проснулся-то? Дай постреляю такой, да? А, в разрез вот эти вот удары. Ну и да, вот просыпаются они. Сражаюсь, давай посражаемся такие. Вот этот непонятный удар у него. Откуда ты идешь? Как ты захватываешь? У тебя прямой удар, а происходит совсем нелепо. И задевает копье вот это вот боковое. Катализатор Луанзи. Улучшение. Побольше хп. Побольше хп. Вот. Это радует. Так, здесь мы... Заперто. Мы не можем открыть. Странно. Так, открываем. Смотрим, что-то у нас есть. Ничего. Сколько стоит на улучшить нам 6400. 6400. И дальше двигаем. У нас ничего... А, хотя... И что я вру? Что я вру? У нас же есть улучшение. Увеличение. Катализатор. Теперь у нас их... 4. И это радует. Больше возможностей. Особняк месье де Мирабо. Да, нам сюда. Красивые сады. Очень красивые. So, I put it to you that the fact that the society is in need of Месье де Мирабо? Говорящий демон. Так, не молчи же. Скажи,
Мой час пробил? Я не знаю. Моя жизнь в твоих руках. Она ничего не стоит. Распоряжайся ей, как того пожелаешь. Я ищу месье де Волконсона. Он знает секрет неутомимых автоматонов. И ты полагаешь, что он где-то здесь, в моем доме? Скажи, кто твой хозяин? Ты одно из творений Калиостро? Я служу только королеве. А, королеве. Что ж, это другой разговор. Так, послание найдено в карете. Я нашла это послание в карете месье де Волконсона. Он ничего не поручил? Это тревожное объяснение. С этим Дженоном старые друзья. Я надеюсь, что он может объяснить, что за чертачина вокруг творится. Я безусловно сомневаюсь, что он причастен к подобному зверству. Но он посвятил годы жизни королю и его замыслам. Замыслы, что привели к столь чудесному исходу. Куда мог отправиться месье де Волконсон? Откуда мне знать? Снаружи бушует буря. Каждый пытается укрыться, где только может. Дайте подумать. У него доверительные отношения с месье Бай, придворным астроном. Возможно, он знает больше. Где его найти? Он наверняка укрылся в своей обсерватории в Лувре. В противном случае сомневаюсь, что он еще жив. Он его коллега Лоуэнзи, автоном и химик. Эти двое были в особом положении при дворе, пока они впали в немилость. Очевидно, слишком сблизились с простым народом. Кажется, только Волконсону удалось сохранить расположение короля. Кто такой Калиостро? Уж вам ли не знать? Я правда не знаю. Тогда вам следует понять, что Калиостро — правая рука короля, самопроглашенный граф, претендуемый на знание мага. Шарлатан, обладающий куда большей властью, чем министр. Именно. О нем ходят жуткие слухи. Говорят, именно он помог королю вздохнуть жизнь в эти машины-убийцы, не нуждающие в постоянном заводе. Понимаю, насколько неправдоподобно это звучит. Я бы сам не поверил ни одному слову, не стоя передо мной этом доказательства. Я кое-что вспомнил. Как видите, слуги уже покинули мой дом, и вскоре я последую их примеру. Эти несчастные люди надеялись сбежать из города, пока еще было время. По правде говоря, я не надеюсь, что увижу их снова. Перед тем, как уйти, моя экономка дала мне этот ключ. Это отворот, через который вы сможете попасть в Лувр, если, конечно, отважитесь. Угу. Я нашел записку, оставленную Волконсоном. В ней упоминает смерть дофина в Медоне. Что произошло этой ночью? Откуда мне знать? Ребенок умер в Медоне, пока я был в Версале. Жан де Волконсон ничего мне рассказал? Единственное, что он может мне сказать, что случилось нечто ужасное. И что описанные обстоятельства смерти дофина не совсем соответствуют действительности. Утверждать можно только одно. Случившееся его потрясло. Настолько, что он хотел больше ни одного оставаться на службе у короля. Но затем внезапно передумал. А кто еще присутствовал в тех событиях, кроме короля и месье де Волконсона? Если они следовали правилам, то месье Лемонье, придворный врач короля, вероятно, он произвел вскрытие ребенка. А где он может быть? Он живет в Версале, рядом с дворцом. Он ведет прием здесь, в Париже, на улице Сен-Томас-Анферн, квартал Сен-Андре-де-Зеар. Ага. Поболтали мы хорошо. Продуктивно. Так, до обсерватории. А здесь позади что? Есть что-нибудь? Сарай. Красивый фонтан.
автоматон. Ну, слабый автоматон. Что здесь у нас? Алебарды леды. Алебарда леды. Ну-ка посмотрим. Граф Александр Калиостро. А граф Калиостро, этом, как его называют, маги и чудотворцы, который впервые появился в Версале в начале 1780-х годов, известно не так много. И вся его жизнь окутана тайной, домыслами и предрассудками. Говорят, что Калиостро не настоящее имя, а титул графа он присвоил сам себе, что он был монархом, который изгнали за скандальное поведение. А еще, что он много лет путешествовал по Ближнему Востоку в поисках тайных знаний о области некромантии. Подлинно известно лишь то, что он пробил себе путь наверх благодаря своим навыкам исцеления. Он обеспечил себе такой привилегированный статус при короле, что теперь, как считается, даже обладателю властью назначать и увольнять министров. Фига себе. Так, а вот Мирибо. Аноры Габриэль Рикити, граф де Мирибо. В юности вел неспокойную жизнь. Карточные долги, распутство, дезертирство, супружеские измены. Все это сделало его постоянным гостем королевских тюрем. Только в 1780 году он решил остепениться и направить обузданную энергию в свой талант публициста. В своих работах он безжалостно осуждал несправедливость тех времен, от незаконных арестов до ужасных условий жизни рабов во французских колониях. Это и связало его судьбу с основателем общества друзей чернокожих. Когда король созвал Генеральные Штаты, Мирабо претендовал на роль представителя дворянства, однако не получил поддержки и занял в Версале свое место среди членов третьего сословия. Этот поступок принес ему репутацию политического флюгера. Его убедительная и пламенная речь во время дебатов вызвала огромную поддержку со стороны простого народа и, как следствие, ярую неприязнь у аристократии. Особняк графа. Неплохой, да, особнячок у него. Так, новые алебарды леды, да? Здоровая, да, получается она. Бьет приятно, да? Такая, типа, надальник. Ну-ка, заряженный. Щит. Угу. Попробуем. Попробуем лепесток. Парсалс Эш. Так. Давайте, друзья, на этом остановимся. И в следующей серии мы продолжим. И мы пойдем в Баи обсерватории. На этом все. Хорошего настроения. Всем аригато. Серега, спасибо за просмотр. Приятного тебе. Хорошего просмотра. И следующих частей. And it's up to us to take it back. We're everyone. And we're everywhere. The ones who refuse. The ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.